Для здоровья, для ума и для творчества. Активное долголетие помогает рязанцам серебряного возраста найти занятия по душе. Да еще и в компании единомышленников. Проект стартовал летом этого года и объединил различные досуговые мероприятия для пенсионеров. Одна из площадок – научно-методический центр народного творчества. Сюда приходят рязанцы из областного центра и муниципалитетов, чтобы поделиться своими творческими идеями и успехами. Вот этот проект «Активное долголетие», который произнес и учредил губернатор Рязанской области, нам кстати, потому что, собственно говоря, деятельность активного долголетия расширилась, площадок много, и самое главное, что власти заинтересованы и всячески этому потворствуют. Здесь, конечно, клуб прирастает участниками, потому что люди понимают, что где-то он работал, а ручки-то их надо обязательно чем-то занять, мелкой моторикой, Альцгеймер, чтобы не догнал. Вышивка лентами, пэтчворк, одежда ручной работы. Мастерицы клуба сегодня делятся своими идеями и ждут предстоящую выставку по случаю юбилея самой старейшей участницы коллектива. Раисе Николаевне Фадеевой в следующем году 90. Кстати, она и организовала творческое объединение «Хозяюшка» 10 лет назад. Я занимаюсь и решила организовать, пусть и клуб мне не нравится, я хочу назвать это творческое объединение, потому что женщины занимаются не только лоскутным шитьем, они вяжут, живописью занимается, всеми видами народного творчества. Мастерицы называют свое объединение вторым домом. Здесь каждый чувствует себя частью большой семьи, где можно рассчитывать на поддержку и понимание, причем не только в творчестве. Спортом занимаемся, стараемся. Выезжаем на природу. Раиса Николаевна у нас прекрасный организатор. Она всегда приглашает к себе на дачу. Там село Кузьминское, рядом с Константиновым. Вот мы туда с удовольствием приезжаем, помогаем ей. Работа над проектом «Активное долголетие. Здоровая Рязань» проходит по всему региону. Принять участие в мероприятиях может любой инициативный пенсионер. Более 100 тысяч людей старшего возраста уже вовлечены в программу по 20 различным направлениям. От творческих мастер-классов до обучения компьютерной грамотности. Узнать о ближайших мероприятиях можно на сайте программы «Активное долголетие», где представлена интерактивная карта нашего региона. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».